Так, друзья, всем привет. У нас утро 9 марта. У меня вот такой завтрак. Чаёк и вот такое пирожное. Это вчера дали вот в этом вот, собственно, ресторане, в котором мы сидели. Потому что было 8 марта. И женщинам раздавался такой вот комплимент от шеф-повара. Бесплатно. Прикольно. Так, друзья, всем привет. У меня сегодня воскресенье, утро. Ну и как вы думаете, куда можно пойти в воскресенье с утра? Ну, конечно же, на занятие по барабанам. Оно у меня сегодня, и вот я спешу. Так, друзья, это вот та ситуация, когда женщина приходит раньше мужчины. Я пришла, а преподавателя еще нет. Хотя он сам назначил 10 утра. Так, друзья, у меня прошло занятие. Я там не снимала, правда, ничего. Но сейчас сейчас уже опять на улице и уже с детишками. Вот, и мы идем, друзья, хотим еще одно место посмотреть, чтобы записаться. Тут есть и кружок по рисованию, и по танцам. Сейчас, в общем, посмотрим. Ну, Андрюшеньки. Да, 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 да. А вон какой-то отличник вообще, образовательный центр. Рисуем вместе бэби стиль. Ну что, пойдем? У нас опасно. У нас опасно. Пошли смотреть что-то. А вон футбол. Школа футбола. Заходим. Вон тут сколько всего, смотри. Вон оно, рисуем вместе. Вот он, бэби стиль, третий этаж. А рисуем вместе кабинет. О, в школу вокала, Саш, может тебе это? Ты любишь петь-то? Этаж номер 2. Эх ты, вот этот коридорчик. Саш, вы что там? Ты так петь будешь, да? Так, нам 220-й, это значит, наверное, еще выше. Саш, пойдемте на другой этаж, здесь не то. Нам, наверное, на третий, скорее всего. Саш, дайте пройти. Молодой человек пройти не может. Во, рисуем вместе. Арт-студия, ну-ка. Смотри, как там круто. Здравствуйте. А мы вот узнать насчет записаться. А это что, больница? Мы очень любим рисовать. Ну-ка. Ну-ка, картиночки. Класс. Ну, это уже, наверное, с опытом. Это же наш опыт. Так, наши вот. Если они просятся туда. Мы никого одного не отпускаем. У нас все время два человека на занятиях, поэтому мы всегда провожаем. А это вы тоже детки нарисовали, да? Взрослые. Красиво. Это 10 лет. Я уже не помню. Это более старшие дети. Они же все свои пляжи. Будешь рисовать? В четверг придем, будете рисовать. Тут бэби стиль. 3-5 лет. Начальная хореографическая подготовка, развитие гибкости музыкального слуха. Гимнастика тоже. Саша. Что, мы не туда ломимся? Что? В общем, друзья, записали детей на рисование и на танцы. Попробуем походить, посмотрим, что получится. Ну, в общем, что хочу сказать, что все очень дорого. Вот все говорят, там, что это там развивайте детей, там детей нужно развивать. А знаете, сколько все это стоит? Особенно если детей 2. А то и больше у кого-то. Это ладно, если еще один, а если вот двоих водить, это вообще можно разориться. Вот, короче, рисование. Рисование 2400 на одного ребенка. Так, а если мы двоих водим? Насчет парковки. Посмотрите это. Ну, так, вы, Саша, вы что ломаете-то? Вот, короче, рисование 2400 с ребенка. А, в общем, если водишь двоих, переходим. Если водишь двоих, то скидка там на второго совершенно какая-то незначительная. Там несколько.
сколько рублей. 2400 это 8 занятий. В общем, 8 занятий рисования, 2400. Можно заказать 4 занятия, там будет дешевле, ну а что эти 4 занятия, чего не дадут? В общем, мы заказали 8 занятий, 2400 с ребенка. И плюс танцы. Скажи, что тут? Вот это вот, это раньше из полтехники. Производство, где производили уникальные высокоточные станки. Вон сам скажи. Работали на всей стране. А сейчас всякие херни. Муж разбесился. Идите сюда. Вот, узнали про танцы. На танцах, в общем, абонемент с одного ребенка на танцы 3000. Вот. Если вводишь двух, то на второго ребенка скидка 10% всего лишь. Но это вообще как бы ничего. То есть вводить двух детей на танцы — это уже 6000 в месяц. Вот. Плюс, например, рисование, плюс еще что-то. Вот тебе и всестороннее развитие детей. Да? Вот, например, вводить на рисование и на танцы — это уже разоришься, уже по миру пойдешь. Вот такие, друзья, цены. Ой. Какие-то старые качели нашли на старой какой-то площадке детской. Еще горка старая. Какой-то дом старый. На Питер похоже. Вон такие же дома. Качели какие странные. Чего все? Горка тоже та еще. Ай. Смотрите, какой-то там антураж. Центр города, между прочим. Класс. Оказались мы на Смотровой. Спасская церковь. Дети там лазят. Так, сейчас Смотровой посмотрим. Смотри, лисичок бросил. Так, то опять эти вишни. Они у меня очень часто во влогах. И в летних, и в зимних. И вот очередной раз. Вон в какой крепости они сидят. Ой, как играют. А мам-то и не пролезет. Ой, я не пролезу. Чтобы детским мадам не кидались. Спасская церковь. Мама, правильно делаем, чтобы это не ярмарка. Ты даже дома испекла блины? Да. Ну все, давай, возвращай, вторая там. Мама, а ты нас фотографируешь, да? Да. Сальмон нас фотографирует. Как вы чай пьете горячий. И пойдем сейчас на ярмарку, там пусть. Пошлите, там блинчики возьмем, там на ярмарке. Мы возьмем попить. Ну вот ты пьешь сейчас. А мы возьмем это. Что? Возьмем. Ой, другая смотровая. Побольше. Здесь холодно. Тут ветер. Вон дорог, там машины ездят. А малыш? Машины, ты ведь! Чё? Наушники? А чё, кто-то забыл, что? Саш, пойдемте, тут холодно. Автобусы и машины мы здесь! Пошли! Ну? Андрюш, как ты плясал? Как плясал? Ты чё? Давайте по 100 рублей. Ой!
Ой, ой, ой. Раскрывай пошире рот, распотешим мы вас, раскрывай пошире глаз. Сегодня поем, мы играем и масленицу провожаем. Что-то происходит, надо пробежать между этими мешками. Андрюш, сейчас ты там полетишь у меня, ты чё? Это для больших. Андрюш, не надо. Хочется. Друзья, прелесть прогулки с погодками, то, что один хочет одно, другой другое. Саша хочет еще гулять, а Андрюша хочет есть. Пошли!